Согласно статье 23 Устава муниципального образования, город Балаково, глава города избирается на совете города Балаково из состава депутатов совета города Балаково на срок полномочий совета города Балаково в порядке, установленном уставом города Балаково и регламентом совета города Балаково. Глава муниципального образования города Балаково вступает в должность с момента принесения присяги. Поэтому для принесения присяги на трибуну приглашается вновь избранный глава муниципального образования города Балаково Родион Леонид Викторович. Вступая в должность главы города Балаково, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, Устав Саратовской области, законы Саратовской области, Устав города Балаково, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей города Балаково, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы города Балаково.